Несмотря на начало зимы, на территории США сохраняются благоприятные условия для образования торнадо. Очередной разрушительный вихрь возник 16 декабря 2020 года около 15 часов 53 минут по местному времени, на территории округа Пинелос, штат Флорида. Он хорошо виден на метеорологическом локаторе, и для наглядности я отметил там траекторию его смещения. Метеорологи Национальной метеорологической службы отметили торнадо как большой и чрезвычайно опасный. Всего торнадо наблюдался в течение почти 2 часов. А наиболее сильно пострадал город Пинелос Парк. Торнадо разрушил там несколько строений, легко переворачивал автомобили, валил деревья и столбы, в результате часть округа осталась без электроснабжения. Сообщений о смертельных случаях или серьезных травмах не поступало, а ученым потребуется некоторое время, чтобы выяснить, насколько мощным был торнадо по шкале Фудзиты, которая используется для оценки интенсивности торнадо в зависимости от того, какой ущерб он наносит.